Good afternoon, everybody. It's a great pleasure. Всем добрый день. Для меня огромное удовольствие быть здесь. Большое спасибо председателю и организаторам за то, что они меня сюда пригласили. Итак, на русском отличается название моего доклада, потому что, в принципе, мне говорили о том, что я должен тоже поговорить о гипофаренсе, но я постараюсь сконцентрировать свою презентацию на орофарингеальном раке. Итак, я работаю в лазерной хирургии уже достаточно давно, поэтому я постоянно применяю лазеры и увидел, на самом деле, как эти лазеры стали применяться все более и более широко в области лечения раков головы и шеи. Мои коллеги говорят, что робот дает мне больше, чем мои руки зачастую. И, как правило, мы начинаем с легких резекций, таких как, например, транзилоктомия. И иногда очень важно делать трансоральную транзилоктомию при помощи робота. Был такой тренинг проведенный. Обычно начинаются с очень простых хирургических вмешательств, да, применять такую технику, и затем начинают анализировать, каково же лучшее применение. Вот это я буду говорить о CO2 лазерах. Итак, что очень важно? Очень важно, существует определенная догма, что что меньшая заболеваемость ассоциируется с нехирургическими подходами в лечении. И, как правило, это все уже побеждено, эта догма побеждена новыми технологиями, потому что с новыми технологиями мы можем быть менее агрессивными, чем открытая хирургия. Соответственно, трансоральный подход, он вернулся к нам по сравнению, опять, если мы сравниваем его с химиолучевой терапией, то он достаточно простой. Во-первых, мы пытаемся деэскалировать терапию, потому что если мы не подвергаем ротоглотку радиотерапии, лучевой терапии, то тогда функциональные исходы у пациентов, особенно в долгосрочной перспективе, безусловно, будут лучше. И то, что касается хирургических подходов к раку ротоглотки, то они включены, очень хорошо описаны вот в руководствах, как для ранних раков ротоглотки, так и для распространенного заболевания. И здесь нет никакой спецификации, либо это трансоральный доступ, либо открытая хирургия, но, тем не менее, это означает для нас, что у нас есть огромная возможность хирургического вмешательства при орофарингеальных раках. То, что касается лазера, если мы его применяем, то мы можем справляться с теми опухолями, которые мы можем напрямую визуализировать и можем напрямую манипулировать в этой области. Проблема с роботической хирургией в трансоральной области заключается в том, что вот эти роботы мы не можем, так скажем, пересекать за области за углом. То есть если мы не можем это видеть напрямую при помощи микроскопа. Но, как правило, опыт оператора – это огромный фактор. Соответственно, с этой проблемой тоже можно справиться. Если у нас сделана правильно вся предварительная работа, если вы видите, куда прорастает опухоль, и затем вы можете применять резекцию при помощи лазера. И, безусловно, как сказал профессор Моутс, это прежде всего требует очень длительного периода обучения оператора. Каковы же у нас противопоказания? Противопоказания в основном – это экспозиция. Если вы не хорошо визуализируете все края опухоли, то существует возможность, что вы не сможете провести радикальную резекцию. Вот это одно из основных противопоказаний, но, тем не менее, существуют и другие онкологические противопоказания. Давайте представим себе, что некоторые раки являются слишком распространенными для того, чтобы провести радикальную резекцию. Она просто невозможна. Соответственно, хирургия нерадикальная, плюс химиолучевая терапия в полной терапевтической дозе, соответственно, это, конечно же, полная глупость, с моей точки зрения. Гораздо лучше тогда пациента направить непосредственно на химиолучевую терапию, вместо того, чтобы делать нерадикальную хирургию и затем подвергать его еще химиолучевой терапии. Предпосылки введения орофарингеального рака, особенно
в тензилярной выемке – это прежде всего анатомия. Когда мы только начинали оперировать при помощи подобных методов, все старались этими методами пользоваться больше и больше, и мы заходили в парафарингс. И тогда вы должны хорошо знать анатомию именно этой области для того, чтобы избежать обширных осложнений. Анатомия у нас здесь несколько нас беспокоит, потому что прежде всего у нас есть внешняя сонная артерия, внутренняя сонная артерия, которая находится сзади. И если вы хорошо знаете анатомию, то в этом случае вы можете легко справиться с хирургией в этой области. Существуют определенные структуры, которые вы встречаете в этой области, включая палатофарингеальные мышцы. И также сухожилия, стеноглоссус, мышцы стеноглоссус и также глоссофарингеальный нерв. И более латерально вы видите основные кровеносные сосуды, магистральные кровеносные сосуды. Итак, соответственно, лазер – это то, что украло мое сердце, потому что здесь мы получаем меньшее количество термальных повреждений. Если вы проводите резекцию при помощи лазера, вы зачастую видите хорошо анатомию, поэтому вы можете предвосхитить, так скажем, какую структуру вы увидите сейчас. И также у нас есть разные варианты, разные режимы резекции. Вы можете выбирать в зависимости от того, что вам нужно, больше коагуляции, вы используете более продленный режим, меньше коагуляции, тогда это суперволны или... И, соответственно, операционная работа и подготовка области абсолютно необходима. Прежде всего, нам нужно использовать эндоскопию. Это означает, что это узкополосное изображение, либо какая-либо другая система, которую вы используете для того, чтобы оценить прорастание опухоли. Вот эта опухоль с вот таким беловатым цветом широким выглядит как опухоль, которая находится на поверхности эпиглотки. И здесь вы видите также опухоль на базальной части языка, которая уходит в... То есть в зависимости от того стадирования, которое вы используете, вы можете здесь все описать. И, безусловно, КТ или МРТ очень важны для того, чтобы провести правильное стадирование глубины прорастания опухоли в структуры шеи. И если вы видите здесь, то гистология, мы используем гистологию для подтверждения, верификации диагноза, что и было здесь сделано, и вы видите, что это ткани как раз среза. И... Как я уже говорил до этого, и как мой предыдущий докладчик говорил, нам необходимы инструменты. Инструменты должны быть правильные, лазеры, которые должны идти в сочетании с правильными, хорошими новыми сканерами нового поколения. Также ларингоскоп или орофарингоскоп непосредственно для этого типа операции должны быть обязательно операционные. Вот эта техника для рака ранних стадий. Вот вы видите, это один из клинических случаев. Вы видите, здесь у нас достаточно поверхностно расположенная опухоль. И вы видите здесь как раз хирургическое положение, которое я использую. Вот я начинаю с резекции при помощи СО2 лазера. Вы видите, что здесь резекция начинается, и она всегда сочетается с тракцией, и для того, чтобы получить полный обзор всех структур. Вы видите, что тракция этих тканей и позволяет нам также избежать слишком большого термального повреждения. Мы уходим в парафарингс, и затем мы, безусловно, жертвуем теми структурами, которые нам необходимы для того, чтобы сделать микроскопию тканей. И вы видите, что мы здесь не проводим резекцию из нижней части, от нижней части, но техника тракции, прежде всего, она очень проста, и таким образом мы получаем возможность работать с любого доступа, с любой стороны. Обычно я использую клипирование сосудов, пожалуйста, биполярам не доверяйте, потому что очень высокий риск получить кровотечение в послеоперационном периоде. Если вы не делаете трахеостомию, то в этом случае вы можете получить проблемы, особенно если у вас ордина, если молодые врачи оперируют.
И вот, как правило, мы отправляем макрообразец на гистологию. Вот, то, что касается оценки краев, мы это обязательно делаем после резекции. Здесь вы видите, у пациента не было лучевой терапии и не было адъювантной терапии, потому что это была стадия N0. Это означает, что если вы лечите этого пациента при помощи химиолучевой терапии, то в этом случае химиолучевая терапия будет нужна для Т и для N. И если мы с вами посмотрим на шею, шея должна также лечиться в соответствии со стадией, и орофарингеальный рак, ранний рак, у него очень высокий процент оккультных метастаз. И это приблизительно 30% пациентов, у которых может быть оккультная болезнь, оккультные метастазы в лимфатические узлы. Соответственно, нам нужна односторонняя или двусторонняя резекция даже для N0, уровня 1, 2, 3 с низкой заболеваемостью. И билатеральная, если у нас опухоль доходит до срединной линии. И у этой женщины как раз у нее была односторонняя диссекция, но вы видите, что здесь у нас уровень 5, потому что у нас здесь лимфатические узлы, мы подозревали, что там есть метастазы на втором уровне. И другие спектры применения вот такой трансоральной микрохирургии. Если у нас задняя стенка затронута, то это очень плохой вариант, потому что это означает, что это ранний рак, но при этом у него очень плохой прогноз. Приблизительно двухлетняя выживаемость, она высокая для PT1 и очень низкая для PT2-3. Соответственно, здесь нам нужно прийти к некому равновесию и понять, какова у нас необходимость в очень агрессивном подходе к лечению, особенно если мы с вами имеем дело с таким типом рака. Вот это один из клинических случаев, это как раз Т2 по задней стенке. Вы видите во время хирургического вмешательства, каков реальный размер узлов. Вы видите, здесь была односторонняя диссекция. И очевидно, что здесь у нас опухоль ограничивается вот этим узлом, но тем не менее вы видите, что есть, так скажем, поверхностное распространение опухоли. И это самая, наверное, сложная часть, когда мы работаем с подобными опухолями. Вы начинаете с нижнего аспекта резекцию, затем латерально идете, рассекаете для того, чтобы констрикторы освободить. И это достаточно простая процедура сама по себе, потому что у нас есть превертебральная фасция, и если у нас нет изгиба сонной артерии, то вы не повреждаете магистральные сосуды. Вот это еще вот во время резекции вы видите, что мне пришлось расширить поле резекции. Вот это как раз освобождение констрикторов, и вы видите, что вы можете по большому счету предвосхитить все сосуды, нет карбонизации, и вы видите очень хорошо все поле операционное и можете клипировать сосуды вовремя. И с моей точки зрения здесь все проходит достаточно легко, достаточно легкая резекция. И вот вы видите, что все это проходит на микроскопии. Вот здесь у нас была здоровая ткань. И вот макрообразец, который мы картируем, который мы измеряем и отправляем на гистопатологию. Проблема с глотанием могут быть, поскольку констрикторы не прилегают к вертебральной фасции, и это восстанавливается, это обратимая ситуация, то есть через несколько месяцев функция глотания восстанавливается полностью. Трансоральная хирургия, надо сказать, что они связаны с меньшим количеством осложнений по сравнению с открытой хирургией. В этом нет никаких сомнений. Сегодня, соответственно, у нас меньше инвалидизации, меньше трахеостомии, лучше восстановление глотательной функции. Это очень хорошо задокументировано в литературных источниках. И единственная проблема заключается в том, что если вы убираете слишком много мягкого неба, то в этом случае
у нас может быть, так скажем, несостоятельность функциональная. Подумайте всегда о реконструктивной хирургии с тонким лоскутом. Тонким лоскутом тогда функция будет восстанавливаться гораздо лучше. Адъювантная терапия. В литературных источниках адъювантная история, терапия рекомендуется при некоторых вариантах. Химиолучевая терапия рекомендуется для положительных краев резекции. Это означает, что вы не радикально провели хирургию. Скорее всего, это ваша проблема при отборе пациента. Экстракапсулярное разрастание и метастазы в лимфатические узлы. И также для распространенного рака первичной опухоли головы и шеи. Если вы посмотрите на литературные источники, вы увидите, что большинство трансоральных случаев, они после этого были, у них была адъювантная терапия. Но давайте теперь подумаем, если у вас адъювантная терапия только в области шеи, если у нас нет, если у пациента не сталкивается с риском, так скажем, распространенного процесса первичной опухоли, это означает, что вы не подвергаете пациенту слишком высокой дозе облучения в орофарингсе. И, соответственно, лучевая терапия, она может иметь очень серьезные побочные эффекты, даже через 5-7 лет это может быть фиброз, это может быть проблемы с функцией глотания. Итак, каковы же у нас потенциальные преимущества по сравнению с химиолучевой терапией? Прежде всего, это меньшее количество острых осложнений, меньшее количество стеноза, дисфагии. И мы, конечно же, не говорим, что каждая опухоль должна подвергаться подобному лазерному трансоральной хирургии, но мы должны базировать или балансировать здесь, с одной стороны, принимая внимание стадирование и интересы пациентов. Безусловно, то, что касается открытых хирургий, у нас здесь тоже большой интерес, но надо сказать, что если вы спросите любого лор-хирурга, то послеоперационные исходы, после вот такой нижнечелюстного доступа и восстановления при помощи свободного лоскута и хорошего эстетического шва, тоже они могут быть очень хороши, эти исходы. Поэтому у нас всегда нужно балансировать, да, на нашем совете онкологическом, что мы делаем для того инновационного пациента. Прогнозические факторы, буквально два слова. P16. Недавно мы его стали признавать как очень важный прогностический фактор. P16 позитивные пациенты, но также и негативные, и раки с отрицательной по ВПЧ. Они прогностически звучат, выглядят лучше. И также прогностический фактор – это стадирование. Но нет большой разницы, если вы рассматриваете адъювантную терапию. Но, безусловно, ранние раки, если они пролечены хирургически, они могут иметь лучший прогноз по сравнению с распространенным раком. И вы должны помнить, что положительные края резекции – это действительно очень плохой прогноз. То есть, если я не радикально оперирую, то в этом случае у пациента действительно может быть плохой прогноз. И риск малигнизации в 3 раза увеличивается, если вы оставляете, если у нас позитивные положительные края резекции. Функциональные исходы очень кратко. Очень хорошие исходы при трансоральной хирургии, особенно при ранних раках. Но если у вас адъювантная лучевая терапия, то в этом случае вы видите, что процент 3,5 баллов 3,5 по ФОС имеет тенденцию к повышению. Это означает, что у нас больше проблем с функцией глотания. Если у вас также пациент с химиолучевой терапией, то ситуация еще ухудшается. Поэтому старайтесь отбирать пациентов правильно на хирургическое лечение, очень хорошо взвешивая необходимость адъювантной терапии. В заключение я бы хотела сказать, что трансоральная лазерная микрохирургия может иметь великолепные исходы, может быть хорошей опцией при минимально инвазивном хирургическом лечении орофарингеального рака. Одно из преимуществ – это прежде всего эскалация лечения и возможность избежать
химиолучевой или лучевой терапии в послеоперационном периоде, потому что на основе результата в гистопатологии вы можете принять решение избежать подобных терапевтических подходов. Также это можно рассматривать в качестве уникального подхода для ранних орофарингеальных раков, для, так скажем, слабо выраженных или распространенных раков. Вы всегда должны обсуждать эти случаи на вашем онкосовете, и вы всегда должны думать о том, действительно ли я могу радикально оперировать при помощи этой техники. Если нет, отправляем коллегам. Если да, вы можете принять этот случай и, так скажем, взять его в себе. Спасибо.